чего ты головы не чесал? Никак нет. А, Антон, я чесал. Нет, и рожи не мыл. Никак нет. Мыл. Как есть мыл. Как вы мне изволили приказать, чтобы мыть, так завсегда и мою. Колокольчик немец принес? Принес, сударь. Он его принес. Подай сюда. И лестницу принеси. А теперь слушай. Ой, да ты глуп, ты ничего не поймешь. Помилуйте, Антон, а чего же мне вас не понять? Я, милости вашей, все понимаю. Значит, коли приедет дама, звони два раза. Слушаюсь. Коли господин, ударь один раз. Слушаюсь. Коли так дама или просто женщина, не звонить? Можно. Коли магазинчик, купец какой, тоже не звонить. И это, а Антону можно. Ты понял? Я понял, сударыня, я все понял. А докладывать ходить уже больше не прикажете? А как же не докладывать? Нет, обязательно докладывать. Слушаюсь. Ну, лезь и прибивай. Стой. Так. Повыше. Такс. Повыше тебе говорят. Ну, постой. Такс. Постой. Куда? Ниже. А теперь так. Выше. Ниже. Ты, боже ты мой, ну. Ты что, русского языка не понимаешь? Помилуйте. Анна Антоновна, ну чего же не понять? Я, милости вашей, все понимаю. Что там болтаешь? А я на тот счет, сударыня, что вы изводите, говорит, будто я, милости вашей, не понимаю. Так я наоборот, Анна Антоновна, я вас очень, очень хорошо понимаю. Ты прибьешь или нет? А как матушка приказать изволит? Ты, боже ты мой, ну никакого терпения не хватит. Ты пьян. Помилосердуйте, сударь. Я же вам только на тот счет докладываю, что вы изволите говорить, будто я, милости ваши, не понимаю. А я наоборот, Анна Антоновна, я вас очень хорошо понимаю. Ты разбойник, ты со мной шутки шутишь, что ли? Ты что, нарочно влез туда разговоры вести? Прибивай! А где матушка приказать изволит, там я и... Прибивай, разбойник, куда хочешь. Куда хочешь прибивай. Ну, постой. Стой, пьяная бутылка, ты мне дай только срок. Тебе так даром не пройдет. Матушка, барыня, я все понимаю, я понимаю. Боже ты мой, батюшки мои, господи, он же себе шею шлует. Никак нет, никак нет, помилуйтесь. Что такое? Что вы делаете? Ничего я не делаю. Вот Тишка опять пьян. Пьян? Да. Воля ваша, Петр Константинович, ведь он с кругу спился. Помилуйте, батюшка, Петр Константинович, изволит, говорит, пьян. А чем я пьян? Чем я пьян? Когда бы я был пьян, где же мне с этой махиницей-то свалиться, да на ноги встать? Ну, а я стал, сударь, гвоздь гонять. Ну, обмахнулся меня и таким манером-то и вернула. Вернула? Тебя вернула? Пошел, болван, в свое место. Разумеется, пьян. Да что тут за возня у вас? Колокольчик навешивали. Еще колокольчик? Где? Что такое? А что, здесь, в гостиной? Да. Да что ж здесь, в набат пить? Нынче везде так. Да помилуйте, ведь это же глупость, ведь это же черт знает, что такое.
А да что, его тебе же человеческого смысла нет. Он тут всякий раз себе язык прикусишь. А, полно вам, батюшка, пустяки выдумывать. А чё я тут язык прикусишь? Вы меня, пожалуйста, оставьте. Я лучше вас знаю, как мне дом поставить. Пётр Константинович! А ведь надо будет вечеринку дать. Вечеринку? Какую вечеринку? О какой вы вечеринке говорите? Известно, о какой, будто не знаете. Ну, балик, что ли? Вот как на Медне было. Так вы же сами мне сказали, что вот последней будет, больше не будет. Ну, нельзя, Пётр Константинович, совсем нельзя. Приличие свет того требует. Хорош ваш сахар свет требует. У кого требует? У меня, что ли, требует? Да по вам, сударыня, ягозить. Что это вы как умом рехнулись? Это я-то умом рехнулась? Да. Вытащили меня в Москву. Пошли затеи, балы да балы, денежные трата всякая, знакомство, суетня, стукотня. Дом мой поставили вверх дном. Моего казачка Петрушку, мальчик хороший был, сорокой одели. А этого дурака Тишку, башмашника, произвели в швейцары. Надели на него япончу какую-то. Вот, колоколов навесили. Звон такой идет по всему дому, что... Звон, а я вам говорю, сударь, у всех людей так. Матушка, у людей дури много, всего не переймете. Ну что, Петр Константинович, судите? Ведь вы ж свету не знаете. И знать его не хочу. Да ведь вы век целый торчали у себя в Стрешневе. Торчал, сударыня, торчал. Не вам жаловаться. На мое торчание балики-то даете. А ведь это, сударь, ваша обязанность. Еще балы-то давать. Ваш долг. Балы-то давать. У вас дочь невеста. Ага. Сзывать людей. Сюда, сюда. Они же благодетели наедут, объедят, обобьют и нас же насмех подымут. С мужиками толковать лучше. Лучше. С мужиком толкуешь так либо мне польза, либо ему. А иное дело обоим. А от вашего звона кому польза? Ну нельзя же все для пользы жить. Нельзя. Надо. А мы не нищие. Вот будем нищие. И вот что худо. Ведь девочка молоденькая. Ну, чему она учится? Что слышит? Выйдет в 12 часу из спальни и пойдет он визитные карточки вертеть. Вот вам и занятие. Потом гонять по городу. Там в театр, там на бал. Ну, какая-то жизнь. Чему вы ее учите? Вертушкой быть? Шуры-муры, комонву портеву. А так как же нужно, по-вашему, ее воспитывать? Чему учить? Делу, сударыня, порядку. Так возьмите немку. В своем доме занятие. Чуханку. Экономии. Экономку, шлюху. Помилосердуйте, сударыня. Что, правда, глаза-то колют? Вот то-то. Правда. А вы мне скажите решительно, вы хотите вечеринку дать или нет? Не хочу. Так я на свои деньги дам, свое состояние имею. Давайте, я вам не указ. Из-за ваших капризов не сидеть же, девочки, в углу без кавалеров. Вам только чтобы расходов не было. А без расходов, сударь, девочку замуж не отдашь. Она. Это ведь гниль, какая им в голову села. Без расходов девочку замуж не отдашь. Сударыня! Ежели девушка скромная, дома хорошего, да приданое есть, так порядочный человек и так женится. А вот с расходами, да с фрондыбаченьем вашим, так отдашь, что после наплачешь. По-вашему, и упечь ее за какого-нибудь деревенского чучелу. Не за чучелу, сударыня, а за человека солидного. Ну, а чтоб солидный человек взял ее в деревню, да и уморил. Уж лучше насильно ее отдайте. Уж вы ее свяжите по рукам, по ногам. Переведите, матушка, дух. Что-с? Духу возьмите. Что это вы, сударь, в самом деле? Здравствуйте, папенька. Ну, вот и она.
Кралечка ты моя баловница. Здрасте, тетенька. Ну, что ж ты делала? С кем танцевала вчера? Ах, папа, много. Она мазурку танцевала. Ну, с Михаилом Васильевичем. С Кричинским? Да, папа. Да помилуй, матушка, ему пора уж и бросить. Почему же? Ну, человек в летах, ему, пожалуй, за 40. Господи, с чего вы это взяли? Да как он ловко танцует, это чудо. Особливо Вася. Ну, не знаю. Не знаю, что он даст этот Кричинский. Конечно, мужчина видный, но приятный человек. Знаете, говорят, как в карты играет. Нет, мой отец, всего не переслушаешь. Это ваш все Нелькин жужжит. А он где слышит, где бывает? Господи, кто нынче не играет? Нынче все играют. Игра игре рознь. А вот Нелькин-то карт в руки не берет. А вот дался вам ваш Нелькин. Вы бы его в свете посмотрели. Я думаю, другое бы сказали. Ведь это просто срамота. Вот вчера выхлопотала я ему приглашение у княгини. Стащила на бал. Приехал. И что вы думаете? Залез в угол и торчит там. Выглядывает оттуда, как зверь какой. Никак не знает. Вот что значит в деревне сидеть. Ну, что ж делать? Застенчив. Света мало видела, это не порок. Порок, не порок, но вот в высшем обществе ему не быть. Ведь непременно подцепит Лидочку вальсировать, танцует плохо, того и гляди, ляпнет сон с ней со всего-то маху, ведь осрамит. Сами-то широко очень плывете, не ляпнуться бы вам со всего-то маху. Уж не ляпнусь. Посидеть-то высшего общества, не сесть бы в лужу. И в лужу не сяду. Вот не сядь. Не сяду, не сяду, не сяду. Ну что это вы все папеньку сердите? Не могу я, матушка. Ну, не могу. Он дался ему этот Нелькин. Лида. Что это ты вчера с Кричинским говорила за мазуркой? Вы что-то очень говорили. Да так, тетенька. По-французски. До смерти люблю. Сама я не очень люблю, ужасно. А какой у него хороший выговор. Да, очень хороший. Как это же ловко выходит. Он так говорит, так это часто, так часто, так и сыплет. Как он это говорит? Парбле. Очень хорошо. Лидочка, а почему ты никогда не говоришь парбле? Да нет, тетенька, я тоже иногда говорю. Ну что же, это очень хорошо. А почему ты такая скучная? Браво. Ну, просто не знаю, как вам сказать. А что? Что? Он вчера за меня сватался. Кто? Кричинский? Неужели? Что же он тебе говорил? Тетенька, ну право, мне как-то совестно. Только он говорил мне, что он так меня любит. Да. Ты что же ему сказала? Да я ничего не могла сказать, я только спросила. Точно вы меня любите? А еще что? Я больше ничего не могла сказать. Вот я видела, ты все какую-то ленту вертела. Ну что ж, ну неужто ты так-таки ничего не сказала? Что тебе говорила, как нам сказать? Да нет, тетенька, я сказала, проблема там ты, папа. Ну вот хорошо, Лида, ты так поступила. Ах, тетенька, да мне плакать хочется. Плакать? А чего? Разве он тебе не нравится? Да нет. Очень нравится. Тетенька, милая, я люблю его. Павловна, ну что ж, он человек прекрасный, знакомство большое, всех знает. Ах, да всех, тетенька, знает, со всеми знаком. Да я только папеньки боюсь, ведь он его не любит. Он все говорит, чтоб я вышла замуж за Нелькина. Все вздох. Отцу потому хочется за Нелькина, что он его сосед, живет в деревне, имение рядом, что называется, борозда к борозде. Вот почему ему хочется за Нелькина. Да?
А папенька говорит, что он очень добрый. Да, как же. И, мои милые, в свете все так, кто глуп, тот и добрый. А у кого нет зубов, тот хвостом вертит. А если ты выйдешь за Кричинского, как он дом поставит, какой круг сделает, Лида, у него же вкус удивительный. Ну, как он наш солитер обделал, это же просто прелесть. Вот, лежала вещь у отца в шкатулке. А теперь кто не посмотрит, все просто восхищение. А? Я вот переговорю с отцом. Тетенька, да он мне говорил, что он должен из Москвы ехать. Скоро? На днях. Надолго? Не знаю. Стало ему ответ надо дать? Да, непременно надо. А, так я переговорю с отцом. Тетенька, но не лучше ли, чтоб он сам? Ну, вы же знаете, какой он ловкий, умный, милый. Делай, как хочешь. Я ведь тебе не мать. Ах, тетенька, да что вы это? Да вы мне мать, вы мне сестра, вы мне все. Вы знаете, что я его люблю. И как я его люблю. Ну, полно, полно, полно. Да я просто не знаю, что со мной делается. У меня сердце вот так вот бьется, бьется, а потом вдруг замрет. И я не знаю, что это такое. Ничего, мой друг, это пройдет. Что вы? Вот, тащит меня ваш Михаил Васильевич на бег. Ну, что мне там делать? Да рысаков я не охотник. Ну что ж, вы хоть людей посмотрите. Да каких людей? Лошадей, я не знаю, это не людей. Петрка с сыночкой. Да что ж, вы ничего не знаете. Ну там же теперь весь бумон. Да провались он пропадом, ваш бумон. Ах, черт возьми, что за попущение такое. Я этому Тишке все руки обломаю. Сударыня, я вам говорю, извольте эти звонки уничтожить. Нельзя, Петр Константинович, совсем нельзя во всех домах так. Да что ж в самом деле? Ну не хочу, да и только. Что это вы кричите, батюшка? Господи, чужих-то людей постыдились бы. Ну где же это вы пропали, Владимир Ильич? Уж я стосковался по вас. Да, Петр Константинович, загулял совсем. Все вот, балы. Ну, Анна Антоновна, какой вы резкий колокольчик-то повесили. Ого! Не я один говорю. А впрочем, Петр Константинович, я вам скажу, вчера на бале у княгини тоже того. Только что поднимаюсь по лестнице, освещено, знаете, как день. Прислуги гибель, все это в галунах. Поднимаюсь я, знаете, по лестнице, да и поглядываю, куда, мол, тут. Как звякнет он мне над самым ухом, меня прям как варом дало. Уж не чувствую, как меня в гостиную ноги-то вкатили. Зато вас хорошо и вкатили. А я вам, сударыня, говорю, что вы меня этими колоколами выгоните из дома. Ну и как, Петр Константинович, собираетесь встречать? Нет, не собираемся, батюшка. Разве что после масленицы. А прежде что в деревне-то делать? Это видишь, что в деревне делать, а? Вот толкуй с ними. Распоряжение, сударня, надо мне сделать к лету. Навоз вывести. Без навоза баликов давать не будете. Это же у вас Иван Сидоров делает, а? Неужто что он и навоз на ваза покласть не может? Не может. Не знаю, чудно, правда. Но неужели помещик сам должен навоз накладывать? Должен. Приятное занятие. Вот от того все и разорились. От навоза? Да-да-да, от навоза. Федор Константинович, батюшка, вы хоть другим-то этого не говорите. Ведь над вами же смеяться будут. Да, я, сударня, не забочусь об этом. Царь небесный. Эдак меня всего издергает. Нет, я так жить не могу. Сударыня, я вам говорю, что я так жить не могу. Ну что вы меня уморить хотите?
Петр Константинович, доброе утро. Медан. А, ни свет, ни заря, уж тут скоморох, право, скоморох. Ну что тут делать, забавляет, нравится? О, женщины, женщины, что вам, женщины, нужно? Ах, Лидия, Лидия. А, Анна Антоновна, а это что у вас за вечевой колокол повесили? Вечевой? Да. Как это вечевой? Громогласный какой-то. Батюшка Михаил Васильевич, отец родной, спасибо. От души спасибо. А что такое? Что, Анна Антоновна? Да как что, болен сделался именно? Вечевой. Да, велик. Точно велик. А, он с пружинкой? Ага. А Марто? Так, знаю, знаю. Ну, как тебе колоколов не знать? Это по твоей части. Это мне немец сделал. Да, да, это прекрасный колокольчик, только его надо вниз, на лестницу. Его надо вниз. Ну, вот оно. Да. Эй, ты, Тишка! Епанча, вонять пустой колокольни. Пойди сюда. Пойди сюда. Сымай его, разбойника. Петровна, вы отдохнули после вчерашнего бала? У меня что-то голова болит. А ведь чудо, как было весело. Да, чудо, как весело. Ну, Петр Константинович, какая Лидия Петровна все была хорошенькая, да какая миленькая. Просто залюбоваться надо. Михаил Васильевич, остерегитесь. Вы ведь и себя немного хвалите. Как? Себя? Ну, она. Ну, разумеется, папенька. Ведь Михаил Васильевич весь мой туалет придумал. Мы его с тетенькой к совету брали. Да что ты! Неужели? Батюшка, Михаил Васильевич, как это вас на все станет? И дело-то вы всякое знаете, и пустяк всякое знаете. Что делать? Такой уж талант, Петр Константинович. А теперь не угодно ли пожаловать на двор, да обсудить мой талант по другой части? Как на двор? Куда на двор? Зачем? А, забыли, забыли. Право не знаю. Ну, а я даром, что туалеты советую, опомню. А бычка-то? Ох, да-да-да! Ну, конечно! Так что ж, вам привели из деревни? Да он уж тут, он у вас на дворе с полчаса бунтует. А, любопытно, любопытно взглянуть. Вот что называется, Владимир Дмитриевич, светский человек. Шармал, шармал! Да, он человек того. Разбитной, веселый. Ну уж хорошего о нем мало слышно. А где, батюшка, слышно? В какой щели слышно? Страшный, говорят, игрок. Уж вы, батюшка, с вашими рассказами понаскучили мне, извините меня. Кроме сплетней городских от вас ничего не слышно. Ведь вы же Москву не знаете. Ведь что вам первый встречный скажет, вы то и несете. Так, батюшка, жить в городе нельзя, вы человек молодой. Так вы перестаньте о людях дурное говорить. А то ведь вас в высшем свете принимать не станут. Да я, Анна Антоновна, за этим и не гонюсь. Да к чему вы это говорите? Кто ж за этим гонится? Хорошо, хорошо, бог с вами. И таков свет. Хороши вы, скажут, не в меру глуп. Богаты – урод. А умны – объявят негодяем или чем краше того. Таков свет. Бог с вами. Кто человек есть, то он и есть. Нет, нет. Любезный мой, Михаил Васильевич, благодарю, благодарю. До того, что, ну, мне право совестно. Полноте, ну, пожалуйста. Ну, ей-ей совестно. Ну, нет, ну, как это? Лида, Лидочка. Что, папенька? Ну, смотри, Михаил Васильевич, бычка-то мне подарил. Ну, что ж, хорош. Знаешь, удивительный. Представь себе, голова, глаза, морда. Рожки. Ну, это удивительно. Так что же, он, значит, из вашего симбирского имения? Да, из моего симбирского имения. Значит, у вас в Симбирске имение? Да, имение. И скотоводство хорошее? Как же, отличное. Прошу. Значит, вы и до скотины охотник? Охотник. О, Господи. А вот до деревни, кажется, нет.
Кто вам сказал? Да я обожаю деревню. Деревни летом. Рай, воздух, тишина, покой. Выйдешь в сад, в поле, в лес. Везде хозяин, как все мое. И даль-то синяя, и та моя. Ведь прелесть, да? Вот так-то я сам чувствую. Встал рано, Петр Константинович. Да и в поле. В поле стоит теплынь, благоухание. Там на конный двор, в оранжерею, в огород. А? И на гумно. А? А, ах, да, 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 и на гумно. Все живет. Везде дело. Тихое, мирное дело. Вот именно. Тихое, мирное дело. Вот, Анна Антоновна, умные-то люди, как говорят. Занялся, обошел хозяйство. Аппетит удобыл. Домой. Вот тут, Петр Константинович, что нужно? А? Скажите, что нужно? Чай? Решительно чай? Нет, не чай. А? Нужнее чаю. Выше чаю. Не знаю. Ах, Петр Константинович, вы ли не знаете? Ну, право, не знаю. Но жена нужна. Правда. Совершенная правда. Да какая жена? Стройная, хозяйка тихая, безгневная. Пришел, взял ее за голову. Поцеловал в обе щеки. Здравствуй, мол, жена. Давай, жена, чаю. Батюшки мои, вот манера-то. А это к жене-то хоть и не причесываться. Полночь, Анна Антоновна. Жены не сердятся, когда им мужья прически мнут. Когда не мнут, вот обида. А самовар уже кипит. Смотришь, и старик-отец в комнату идет, седой как лунь. Костылем подпирается, жену благословляет. Тут шалунишка-внучек около него бьется. Матери боится, а к дедушке мнет. Вот это я называю жизнь. Вот это жизнь в деревне. Лидия Петровна, вы любите деревню? Да, очень люблю. Господи, когда ж ты деревню любила? Да нет, тетенька, я люблю. Я, Михаил Васильевич, очень люблю голубей. Да. Я их сама кормлю. А цветы любите? Да, и цветы люблю. Матерь Божья, она теперь все любит. Однако мы заболтались. Уж сейчас, Петр Константинович, нам пора, опоздаем. Вы принарядитесь, народу будет гибель. А, ну что ж, пожалуй, мы тряхнем деревенщиной. Отказать-то нельзя, человек любил. Принарядитесь, папашенька, право, принарядитесь. Что в самом деле? Ну, то, что в самом деле? Да, ну да, хорошенько. Я выкину же, ты что? Я с удовольствием. Как же вам, Анна Антоновна, нравится моя картина деревенской жизни? Ты неужто вы точно любите деревню? Кто? Я? Что? Я нарочно. Как нарочно? Ну почему же не повеселить старика? О, это такое удовольствие, когда деревня. Вот видите, а я хочу, чтобы вы, Анна Антоновна, узнали истинную причину моих слов. Какую же это причину? Анна Антоновна, кто вас не оценит? Кто не оценит воспитание, которое вы дали Лидии Петровне? Ну, Павел Васильевич, а Петр Константинович все бронит. Кто старик-то? Ну, Анна Антоновна, его надо извинить, ведь он хозяин. А эти хозяева, кроме удобрений и скотных дворов, они ничего не видят. Теперь ваш дом, он прекрасный дом, в нем все есть. Одного нет. Мужчины. Ах, будь у вас теперь мужчина. Этакий светский, ловкий, совершенно комильфо. И дом ваш будет первый в городе. Да, я сама так думаю. Я долго жил в свете, эже коню лови, я узнал жизнь. Истинное счастье – это найти благовоспитанную девочку и разделить с ней все. Анна Антоновна, я прошу вас, дайте мне это счастье. В ваших руках судьба моя. Каким же это образом? Я вас не понимаю. Я прошу руки вашей племянницы. Лидия Петровна. Счастье Лидочки для меня всего дороже. Я уверена, она будет с вами счастлива. Анна Антоновна, как
как я счастлив, как я благодарен вам. Вы еще не говорили с Петром Константиновичем? Нет, еще. А его согласие необходимо? Да, я знаю, знаю, знаю. Оно мне колом в горле стало. Как вы сказали? Я говорю, благословение родительское – это такой, как бы вам сказать, камень, на котором все строится. Да, это верно. Как же нам с ним сделать? Ну, я просто в нерешимости. А вот что. Я сейчас еду на бег. Меня там все общество дожидается. С князем Владимиром Бельским у меня большое пари. А вы его задержите здесь, введите в разговор. Скажите, что я спешил, боялся опоздать. Так. И к этому-то и объясните. Мое предложение. Я вас понимаю. Я вас понимаю. Прощайте. Я поручаю вам судьбу мою. Будьте спокойны, я все сделаю. Прощайте. Вот какая шуточка. Ведь это целый миллион в руку лезет. Миллион. Это сила. Форсировать или не форсировать? Вот вопрос. Пучина, неизведанная пучина. Банк. Теория вероятностей только. Какие же здесь вероятности? Против меня папаша раз. Хоть и тупенек, но до фундамента охотник Нелькин два. Теперь за меня. Этот вечевой колокол раз. Лидочка два. И да, мой бычок. Три. Бычок штука важная. Он произвел отличное моральное действие. Как два к трем. Надо полагать, женюсь. Господи, не во сне ли я? На ком? На Лидии Петровне? Ну нет, хороша ягодка, да не для тебя зреет, остряк, лихач. Разудаль проклятая, что ты нам с парадного-то крыльца рысаков показываешь? Мы вот на заднее заглянем. Нет, не там кляч каких. Постой, постой, тебя отсюда выкурю. У тебя грешки есть. Мне уже в клубе сказывали, что есть. То есть всю подноготную? Да знаю. Да уж тогда прямо к старику. Куда же вы, сударь, смотрите? Себя-то хоть поберегите. Владимир Ильич, у нас, что ли, обедаешь? У вас, Петр Константинович, у вас. Михаил Васильевич. Ну, вот вам, сударыня, и московское житье. А что такое? А вот что. По Головкову. 7 000 недоимки. Что ж у вас Иван Сидоров-то делает? А вот вы съездите к нему, да и спросите, что же ты, Иван Сидоров, делаешь? Ух, вы, Михаил Васильевич, да где же он? Он уехал. На бег уехал? Да, на бег. Его там все дожидаются, рысаки, члены, у него там пари какой-то. А, ну я его там найду. Мне с вами словечко сказать надо, вы остались. Ну вот, перестаньтесь. Что им, как пешка дался? Ну ступай, то не езди. А мне до вас дело есть. Дело? Какое дело? Опять пусти какие-нибудь. А вот увидите. А, положите-ка шляпу. Я сейчас имела продолжительный разговор с Михаилом Васильевичем Кричинским. Да вы с ним каждый день имеете продолжительный разговор. Все не перескажете. Не ошибаетесь. Я удивляюсь, что вы ничего не понимаете. Ни черта не понимаю. Однако человек ездит каждый день. У вас, сударь, дочь. Я 20 лет знаю, что у меня дочь. Мне ближе знать, чем вам. И вы ничего не понимаете? Ничего не понимаю. О, Господи! Что такое? Уж не сватовство ли какое? А разве Лида ему не невеста? Так же он человек в летах. Да не молокосос. Да Лида за него и не пойдет.
Не пойдет, так не отдадим, а если пойдет, что вы скажете? Кто, я? Да, вы. Скажу я, таранта. Что это такое, таранта? Да, бестолковщина, вздор, сударыня. Нет, не вздор, я вас толком спрашиваю. Но толком спрашиваете, так толком надо и подумать. А что ж тут думать, вы думанием дочь замуж не отдадите? Да что ж, по-вашему, ее на первому встречному и нацепить на шею? Надо знать, кто он такой, какое у него состояние. Что же у него, паспорт спрашивает? Ну, паспорт не паспорт, а знать надо. А вы не знаете? Человек ездит в дом зиму целую, а вы не знаете, кто он такой? Так... Видимо, или сударь, дело, человек везде принят, в свете известен, князья, графы, все ему приятели. Какое состояние? И он вам сейчас говорил, у него в Симбирске имение и бычка подарил. Какое имение? Имение рознь. Да видно, что хорошее имение. Вон его нынче целое общество дожидается. Без имения, сударь, общество дожидаться не будет. Это вы говорите, а не я. А вы что говорите? А я говорю, какое у него имение? Что? Батюшка, ко мне пристали. Да вы-то что ко мне пристали? Батюшка, кричите! Я не глухая. Нет. Нет, вы мне скажите, Петр Константинович, ну чего вам-то надо? Богатство, что ли? У Лиды своего мало? Ну что это, вас, отец мой, алчность какая-то, копите, копите, все мало, лишь бы человек был хороший. А хороший ли он? Могу сказать, прекрасный человек. Прекрасный человек. А вот послушаешь, так в карты играет, по трактирам шатается и должишки есть. Может, и есть, у кого их нет. Ну, кто в долгах, тот мне не зять. Вот тогда сами и поищите. Ну что ж, сам и поищу. Вот и поищите. И поищу. А дочери в девках сидеть? Нечего делать, сидеть. Не за козла же ее выдать. Михаил Васильевич, козел что? Да ну переведите, матушка, дух. Что с? Духу, духу возьми. Что это вы, сударь, все мне? Что я вам, шутиха досталась, что ли? Говорить вам нечего. Мне говорить нечего. Ну, так я вам вот что скажу. Вам он нравится, Лидочке нравится, а мне не нравится, так и не отдам. Ну, вот так. Вот оно и есть. Вот давно бы так. Значит, по вашим капризам, вашей дочери несчастной быть. Отец, да что ж вы ей такое? Злодей, что ли? Это кто злодей? Я-то? Вы-то. Нет, батюшка, моего терпения делай как хочешь. Что это? Что, папенька? Ну ничего, ничего, мой дружочка, это мы так с теткой говорили. Вы дружку-то своему скажите, что вы такое говорили, что ж вы стихли? Я, сударыня, не стих. Мне стихать нечего. Тетенька, милая, пожалуйста, прошу вас. Ну, матушка, меня уговариваешь, ведь я не дура. Ну что ж вы, сударь, стали спрашивать, ведь он ответом ждет. Вот я и спрошу. Скажи мне, Лида, пойдешь ли ты замуж против моей воли? Я, папенька? Нет. Нет. Никогда. Я в монастырь пойду к бабушке. Мне там лучше будет. Как в монастырь? Господь с тобой. Ну что ты? Ну, перестань. Ну не плачь, мы подумаем. Мы подумаем. Ну не плачь. Ну. Успокойся. Ну, перестань. Ну? Петр Константинович, бег мы прогуляли. Ой, боже мой, Михаил Васильевич, ну перестань. Что такое? Все говорит, хочу подумать. Петр Константинович, скажите, что это у вас? Позвольте с вами поговорить откровенно. Я человек прямой. Дело объяснится просто, и никто из нас претензий не будет. Ведь это ваш суд, ваша и воля.
Да это мы промеж себя, у нас так. Разговор был совсем о другом. О другом? Да. Не думаю и не верю. По-моему, в окольных дорогах проку нет. Это не мое правило. Я действую прямо. Вчера я сделал предложение вашей дочери. Нынче говорил с Анной Антоновной. А теперь и сам перед вами. Да, это так трудно. Ведь это такая трудность, что я попросил бы вас дать нам некоторое время раздумать. А я полагал, что вы имели время раздумать. Нет, мне Анна Антоновна только что сообщила. Да нет, я не об этом говорю. Я уже несколько месяцев езжу к вам в дом, и вы имели время раздумать. Нет, я ничего не думал. Вина не моя, а ваша. Вольно вам не думать, когда вы знаете, что без особенной цели благородный человек в дом не ездит и не компрометирует девушку. Да, это разумеется. Поэтому я буду просить вас не откладывать вашего решения. На этих днях мне непременно надо ехать. Я говорил об этом Лидии Петровне. Нет, я право не знаю. Что вас затрудняет? Мое состояние. Да, ну и состояние. Да вы же его видите. Я не в щели живу. Я поступаю иначе. О приданом вашей дочери я не спрашиваю. Ну что же я придана? Она у меня одна. И я у себя один. Мне своего довольно. Дочери вашей своего тоже довольно. Если два довольно сложить вместе, в итоге нужды не выйдет. Да это разумеется. Может быть, вы слышали, что дела мои расстроены? Да, был такой разговор. Кто же из нас, живучи в Москве, не расстроен? Мы все расстроены. Ну, сами вы устроили состояние с тех пор, как здесь живете. Ну, куда, помилуйте? Омут! Именно омут. Нашему брату-помещику одно зло – это город. Великую вы правду изволили сказать. Одно зло – это город. Я из Москвы еду. Неужели в деревню? Да, в деревню. А разве вы любите деревню? Эх, Петр Константинович. Друг друга мы любим, горячо любим, так и деревню полюбим. Будем с вами от вас ни шагу хлопотать вместе и жить пополам. Папенька, папенька. Помните, что я вам говорил давеча, седой-то старик со внуком, ведь это вы. Папенька, ведь это вы. Позвольте, как это, позвольте, нет, я не думал. Ничего вы, батюшка Петр Константинович, не придумаете, ведь это ж судьба, воля Божья. А может быть и вправду волю Божию. Ну, благослови Господь. Ну вот, Михаил Васильевич. Вот вам ее рука. Да только смотрите. Что? Сдержите слово о седом-то старике. Вот вам порука. Что, верите? Дай ты, Господи. Анна Антоновна, благословите нас и вы. Вот он же меня не забыл. Дети мои, будьте счастливы. Дети, будьте счастливы, дети, будьте счастливы, Бог благословляет. Дети, будьте счастливы, дети, будьте счастливы, Бог благословляет. Папенька, милый, Анна Антоновна, не будешь плакать. Нет, я верю, не буду. А я-то как все тебе хоть.
папе. Не будешь плакать. Нет, душенька, теперь не буду, папенька. А Яга, как счастлива. Тетенька, Яга, у меня сердце бьется. Петр Константинович, ну не надо. Благодарю. Спасибо. Всего хорошего. Ну, Петр Константинович, а какой мы с вами скотный двор сделаем в Стрешневе? Увидите, ведь я хлопотун. Ой, ли. Ей-ей, дайте всю тирольскую заведем. Она нежна очень. Нет, нет, не нежна. Что? Что это? Кто нежна? Скотина. Вот какую нанесло. Вот какую нелегкую нанесло. Поверить невозможно. Четвертый день уже и не топим. И покои холодные стоят. А что делать? Не топим. А когда в Петербурге-то жили, Господи, Боже мой, что денег-то бывало? Какая игра-то была? И ведь он целый век все такой-то был. Деньги ему солома, дрова какие. Все в университете кутил порядком. А уж как вышел из университету, тут и пошло точно водоворот какое-то знакомство. Графы, князья, дружество, попойки, картеж. И без него молодежь просто дыхнуть не может. Теперь женский пол опять тоже. Какое количество у него их перебывало, вообразить не можно. По вкусу он им пришелся, что ли, а только просто отбою нет. Это письма, записки, цидули всякие, а там и лично. И такая идет каша. Ведь одна была красоточка. На коленях перед ним по часу стоит, бывало. Ей-ей. И богатая. Руки целует точно. Раба какая. Власть имел. Просто власть. Денег? Я думаю, тело свое за него три раза прозакладывало бы. Но нет, говорит, я бабьих денег не хочу. Этих денег мне не надо. Кулак сожмет. Человек сильный. У меня, говорит, деньги будут. Я, говорит, гулять хочу. И пойдет, наведет садом целый. Кутит так, что страхи беру. До копейки все размечет. Было. Было, батюшки мои, все было, да быльем поросло. А теперь и сказать не можно, что такое, но точно как комут какой. Все взяла нелегкая. Хороший ты товарищ, то есть бойцы-то. Подстави, а навязался нам на шею этот Расплюев. А что с него толку?
Что говорится, трем свиньям корму не раздаст. Ни свет, ни заря, ты уже корми его. Колоды подбирай, как путному. Вчера отправился куда-то. Ухватил две колоды, что из лучшего подбору. Может, и поработали? Пойти впустить. И пускать не хочешь, что ли? Виноват, Иван Антонович, не дослышал. Ах ты, жизнь. Боже ты мой, боже мой, что это такое? Что-то не в духе. Вот батюшки пришествие. Голова, поверите ли, вот что. Деньги, карты, судьба, счастье. Злой страшный бред жизни. Было времечко, было состояние, съели проклятые, потребили все. Нищий и убог. Что ж, Иван Антонович, была игра, что ли? Была игра. Ну, вот уж могу сказать... Была игра. Да что это? Раз что вышло? Фу! Вот что вышло. Ну что делать, каюсь? Подменил колонну, попался. Пошло. Он ударь. Раз ударь, два ударь. Ну, довольствуйся, ты отстань. А это? Что это такое? Ведь ты бесчувственный. Я вижу, дело плохо, приятель поразгорелись, поднапирает. Я был за шляпу. Ты Семипядова знаешь? Что-то не припомню. Противнейшая такая рожа. Ведь и не играл. А как потянется из-за стола, рукава заправил. Знаете, говорит, я его боксом. Кулачище. Вот какой. Как резнет. Фу ты, Господи. Я, говорит, из него дров и лучины нащиплю. Ну и нащипал. Иван Антонович, в карты, сударь, играть не лапти плесть, вот и поучили. А какое же это учение? Собаки той нет, которая бы такую трепку вынесла. Так это уж не учение, просто денной разбой. Разбой? В чужой карман, сударь, лезть и как же не резнуть? Всяко резнет. А какая, я тебе скажу, силища, ну... Бывал я в переделах, но этой трёпки, могу сказать, не ожидал. Бывало, сам с дачи даже, сам в качестве рыла, потому рыло есть вещь первая, но вчера не то, нет, не то. У него стало правило есть, не бьет собака наотмашь, а тычет кулачищем прям в рожу. Но меня, брат, на этого не поймает. Я, брат, ученый. Я сам, брат, сидел по 10 суток рылом в угол, без работы, хлеба насущного, вот с такими фонарями. Я это дело знаю. Ты опять продулся. Я продулся? С чего это взяли? Уж я вижу. Ты мне не финти.
пустая голова. Чем же я пустая голова? За что вы меня каждодневно ругаете? Господи, что за жизнь такая? Мили воду-то, мили, помолу не будет. Стоишь ли ты хлеба? На харчи ты себе выработал ли? А? Осел. Я ведь не из человеколюбия тебя держу, ведь я не член благотворительных обществ. Так за мой хлеб мне надо деньги. Их и подавай, черт возьми. Понял? Что уткнул нос-то в землю? Говори, где был вчера? А я вот как их... Вот тут. Денег принес? Нет, не принес. Так подай, что взял на меди на игру. Лишен. Всего лишен. Как лишен? Отняли. Все отняли. Чурбан. Вижу, и деньги взяли, и поколотили. Тряхнул бы тебя так, чтобы и каблуки-то вылетели. Не беспокойся, Михайлович. Их уж нет, вылетели. Уж тряхнули, довольно будет. А какая, я вам скажу, силища. Ну, я, говорит, его боксом. Боксом. Михаил Васильевич, а позвольте, однако, спросить, что это такое бокс? Тебе бы знать надо было. А вот это... Вот это, Иван Антонович, и есть бокс. Английское изобретение. Это бокс. Английское изобретение. Боже мой, скажите, а? Англичане-то, образованный народ, просвещенные мореплаватели. Мне надо достать денег, непременно. Во что бы то ни стало, надо денег и денег. Не знаю, Михаил Васильевич, денег нет, достать их негде. Но не ожидал. Англичане, образованный народ, мореплаватели. Как ты говоришь? Я говорю, образованный-то народ, мореплаватели-то, а? Ты что уж, совсем ум потерял? Ему о деле говорят, он черт знает, что мелет. Слушай, я весь тут, весь по горло. Денег, просто денег. Ступай и достань во что ни стало. Все будущее, вся жизнь, все, все. Все зависит от каких-нибудь 3000 рублей. Ступай и принеси. Слышишь? Душу заложи. Да что душу? Украть, а принеси. Ступай к Беку, к Шпренглю, к Старову, давай проценты, какие хочешь, а привези мне денег. Да смотри, не являйся с пустыми руками, я тебя как курицу задушу, чтоб были. Дело вот в чем. Я женюсь на Муромской, знаешь, богатая невеста. Вчера дано слово, и через 10 дней свадьба. Михаил Васильевич, что вы говорите? У меня в руках 1500 душ, а ведь это 1,5 миллиона. И 200 тысяч чистейшего капитала. Ведь на эту сумму можно выиграть 2 миллиона. И выиграю. Выиграю наверняка. Составлю себе дьявольское состояние. Кончено. Покой, дом, дура, жена и тихая почтенная старость. Тебе дам 200 тысяч. Состояние на целый век, привольная жизнь, обеды, почет, знакомство, все. 200 тысяч. Обеды. Только для этого надо денег. Надо дотянуть нашу канитель 10 каких-нибудь дней. Без 3000 я завтра банкрут. Щебни в гальт подадут ко взысканию, и все кончено. Понял ли? Понял ли?
До какой петли, до какой жажды мне нужны деньги? Выручай. Васильчик, от одних слов ваших все мои косточки заклали. Иду, Михаил Сергеевич, иду. Ой, иду. Ой, боже мой. Ой, иду, Михаил Сергеевич, иду. Ну, я думаю, он это дело обделает. Обрыщет весь город. Эти христопродавцы меня знают. Неужели не найдет? А? Боже, как бывают иногда нужны деньги. Какие бывают иногда минуты жизни, что решительно все понимаешь, а коли их нет, коли расплюев не принесет ни копейки, коли этот сытый миллион сорвется у меня с уды от какой-нибудь плевой суммы в 3000 рублей. Когда все сделано, испечено, поджарено, только в рот клади, ведь сердце ноется. Скверно, что в последнее время эти чопорные барики стали от меня отчаливать. Видно, запахло. Пора кончить или применить декорации. Вот как нарочно подвертывается эта благословенная семейка Муромских. Делаю, что называется, отличную партию. У меня дом, положение в свете. А что я говорю, игра-то, игра-то какая. Ведь с 200 тысяч можно выиграть гору золота. Можно, должно. Просто начисто обобрать всю эту сытую братью. Лидочку надо будет покрепче прибирать в руки, задать, как говорится, хорошую дрессировку, смять в комок, чтобы и писку не было, то еще эти писки. Лидочка черт знает, что такое, какая-то пареная репа, нуль какой-то. А самому махнуть в Петербург. Вот там так игра. А здесь что так? Дребедень, мелюзга. Михаил Сергеевич. Михаил Васильевич, Щебнев. Вот она действительность-то. Дуралей, сказал бы дома нет. Нельзя, Михаил Васильевич. Это ведь народ не такой. Он спокойно 8 часов высидит впереди. Может, все равно. Но проси. Здравствуйте, Тимофей Тихомирович. Наше почтение, Михаил Васильевич. Все ли в добром? Да что-то не так здоровится. Маленько простудились? Да, наверное. По вчерашней игре с вами счетец есть. Прикажете получить? Я вчера вам сказал, что доставлю к вам лично. Да точно так, Михаил Васильевич. Только право, нам деньги нужны. Так уж сделайте одолжение, прикажите получить. Право, по чести говорю, теперь у меня денег нет. Я ожидаю денег с минуты на минуту и доставлю вам немедленно. Будьте покойны, прошу. Благодарю вас. Ну, что делается в клубе? Ничего. Ой, кто вчера после меня играл? Да все те же. Так как же, Михаил Васильевич, уж вы сделаете одолжение? Ох. Однако вы странный человек, Тимофей Тихомирович. Но судите сами, могу я разве вам отдать, если у меня денег нет? Ну, просто нет. Что, кулаком мне их из стола вышибить, что ли? Так, ну что ж, как вам угодно. Как вам угодно. Так вы не обидитесь, Михаил Васильевич, если мы нынче по клубу занесем в книжечку? Как в книжечку? То есть в книгу запишете?
Да-с. Душа, это дело обыкновенное. Как обыкновенное? Это значит человека осрамить, убить на месте. Ведь об этом нынче будет знать весь клуб, а завтра весь город. Душ, конечно, это дело обыкновенное. Обыкновенное для вас, да необыкновенное для меня. Я всю жизнь свою расплачивался честно и аккуратно. И на вас, именно на вас, милостивый государь, ждал денег по 3 месяца, помните? Это точно, Михаил Васильевич. Мы вам завсегда благодарны. А уж вы теперь не беспокойте себя. Сделайте одолжение, прикажите получить, а то что ж делать? Необходимость? Да какая же необходимость? Да так уж порядок требует. Получения нет, ну мы в книжечку. Камень вы этакой, черт возьми. Я не знаю, что вы нарочно пришли дурака разыгрывать. Что я не могу вам вдолбить голову, что теперь, сию минуту, у меня денег нет. И отдать их не могу. Не имею никакой возможности. Поняли? Что же, Михаил Васильевич, горячиться извольте. А дело обыкновенное. Ну, как вам угодно. Однако я нынче вечером, едучи в клуб, заверну к вам по дороге, а уж вы сделайте одолжение, прикажите приготовить. Что приготовить? То есть опять насчет денег? Наше почтение с... Стойте! Это делать нельзя. Я же сел с вами играть, как с порядочным человеком. Порядочный человек, сударь, без нужды другого не душит. Без крайности бревном другого не приваливает. За что же вы меня душите? Что я вам сделал? Ну, скажите, ну, что я вам сделал? За что же вы меня так безжалостно жмете? Долбней по голове приканчиваете? За что? Наше вам почтение, Михаил Васильевич. Хам. Хам. Запишет. Как пить даст, запишет. Влепит своим хамским почерком имя мое в книгу, и как гром какой разразится по Москве весть. И кончено, все кончено. Свадьба пошла на фуфу. От этого сытого миллиона останется дым какой-то, чад. Похмелье и злость. Да, злость. Душно. Все. Все зависит от расплюхи. Сосчитать, что тут надо. Так, 1500 тому, этому 1200 теперь, да, тому волку непременно 1000 глотку заткнуть, и то ведь и ревет. 3000 повернуть некуда, как капля в море. А свадьба? На что я сделаю свадьбу? И тут расходы, неизбежные расходы, все эти конфеты, букеты, бессмысленные корзинки. И все деньги, деньги, все деньги, деньги. Михаил Васильевич, извозчик пришел, он там, сударь, денег просит. В шею. Прачка денег просит. В шею. Дровяник 2 часа стоит. Да ты что, совсем с ума сошел, что ли? Дело не знаешь, что ты лезешь ко мне с пустяками. Воля ваша, Михаил Васильевич, что никаких даже средств нет. Я уж всячески. Но! Я так и знал. Михаил Васильевич, залогов требует. Под залог. Да ведь я тебе приказал
достать мне денег. Залогов, залогов. Ведь я тебе, разбойнику, велел украсть. Я понимаю. Украсть. Я понимаю, Михаил. Обворовать. Так они понимают. И достать вот мне денег. Михаил. Достать. Я просил тебя. Михаил. Достать. Вот, просил. Михаил. Достать мне денег. Михаил, мать. Говорит, нет денег. Врет. В каждом доме есть деньги. Надо только знать, где они, где лежат, где лежат, где лежат, где лежат. Вон я. Я встала в 24 часа по две тарелки. Этак жить нельзя. Это всякая собака со двора сбежит. Вот теперь пудель, верная собака, и то сбежит. Ну, то была бокс, английская. А это какая? Это уж, кажется, самодельщик. Ух. Ах ты, горячий какой, налетел. Что тут делать? Что тут делать? Первое, не дерись. Ну, народись я худенькой, тоненькой, хиленькой. Ведь не жить, ей-ей не жить. Вот как скажу, после вчерашней трёпки, полагаю, не жить. После попойки третьего года в Курске, то есть ни под каким видом. И вот невредим, жив. И скажу, дайте только пообедать. И задача, что называется, Храповицкого, то есть как стрёпанный. Да. А денег-то, брат, нет. А и тут нет. Да уж нет. А дерёшься. Ну что, взял? Ну что нароется? Что нароется в старом хламе? Денег ищет, голубчика. Я знаю, что там. Там ничего нет. Старые заемные письма, неоплаченные счета. Стеклянную побрякушку ухватил. Она грош стоит. Эврика. Дурь понес. Видно, жутко стал, но ждать не свой брат. Эврика? Эврика. Родитель, он спятил, ей-ей спятил. Эврика? Значит, по-гречески нашел. По-гречески. Окончилось наше земностранствие. Отвезут тебя, друга милого, Преображенскую, посадят тебя, раба Божия, на Цепуру, и окончилось наше земное странствие. Так, так, так. О, плоховато, плоховато. Однако бы не качнуло меня с безумных глаз. Уберусь я от него по добру, по здорову. Детеньки мои, детеньки. Так ли, так ли. Так ли? Верно ли? Не ошибаюсь ли? Так, так и так. Браво! Ура! Нашел. Решительно.
решительно нашел. Федор! Федор! Смотри, вот какие колена стоит. Так, так, так. Батюшка! Васька Михайлович, что вы? Что с вами, батюшка? Да вы кушаете стакан воды или ладиколонию изволите? Ну что вы, батюшка, не в таких пределах бывали. Выберемся и отсюда. Слово скажите, на себе вынесу. Что ты, Федор, что ты? Я ничего. Эй, Расплюев! Расплюев! Расплюев, ступай. Ступай, знаешь, к этому, как его, к Фомину на Петровке, и закажи сейчас бальный букет, самый лучший, чтобы весь был из белых камелий, понимаешь? Чтобы только одни белые были. Ступай и привези сию минуту. Так. А Федор, что я тебе говорил, а? Копейки сущи нет, он целком 50 букет ломит. Что делать-то, Федорушка? Что нам, сиротинкам, делать? Ты еще здесь? У тебя, может, ушки заложило? Я ототкну. Слышал ли, что приказано? Михаил Васильевич, на какие деньги? Помилуйте, копейки сущей нет. Помилуйте, на что я вам куплю букет? Ступайте, ступайте, Иван Антонович, слышали, что барин приказывает? Ступайте. Я куплю, где деньги, копейки сущей нет. Вот тебе деньги. Чтобы через полчаса был у меня на столе. Понял? Ну? Так. Да. Теперь мне надо написать письмо к Лидочке. За дело. Нет, брат, врет Иван Антонович. Не вихнулся барин. Соколом сидит барин. Не рехнулся. Не то. Не туда провалил. Эка дьявольщина. Надо такое письмо написать, чтобы у мертвой жилки дрогнули. Чтобы страсть была. Ведь страсть, она вызывает страсть. Ах, страсть, страсть. Где она, моя страсть? Моя любовь. Ну, так. В истопленной печи дров ищу. А надо, непременно надо. Фу. Вот работка, даже пот прошиб. А надо, непременно надо. Мой тихий ангел, великолепно, нежное созвездие. Так, 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 мой тихий ангел, милый, милый сердце уголок семьи, да, нежное созвездие. Господи, черт знает, какого вздору, черт в ступе, сапоги в смятку и так далее. А вот что... Мой тихий ангел, пришлите мне одно из ваших крылышек, вашу булавку с солитером, отражающим небесный блеск вашей отчизны. Надо нам оснастить ладью, на которую мы понесемся по треволненному житейскому морю. Я стану руля, расплюю их к парусам, а вы будете у нас балластом. А, вот и он. 25 серебряных рублей за веник. Эй, сюда. Покажи. Хорош. Ладно. С дачи? С дачи? С какой дачи? С дачи сколько? Ах, с дачи. Сейчас, Михаил Васильевич. Сейчас. Да нет, как будто... Нет, да? Нет. А это что? А это 50-рублевое. Да? Ну-ка, садись. И слушай, да подбери, братец, губы. Дело тонкое.
резкое. Видишь это письмо к моей невесте, Лидии Петровне Муромской? Знаешь, тут сейчас на бульваре. Знаю. За угол завернуть большой белый домино с подъездом. Ну да. Теперь скоро час? Первые 45 минут. Ну да. Старика теперь дома нет. Ты отправляйся и отдай букет Лидии Петровне лично. Поздравь от меня с добрым утром. Это по-бальяжней, по-ловче отрекомендуйся, понимаешь? Господи, да уберись ты хорошенько. Ну, надень сюртук. Федор! Эй, Федор! Подай ему мой сюртук. Если старик дома, букет отдай. А записки ни-ни. В ней я, между прочим, прошу, чтобы она мне прислала ее солитер, что я обделывал булавку. Помнишь? Знаю, помню, 20 крат, 30 тысяч стоит. Ну да. Я пишу, что у меня был вчера спор о нем с князем Бельским, и состоялось об нем большое пари. Получи вещь и доставь аккуратнейшим образом. Об этом пари можешь и сам приврать что-нибудь. Я привру, Михаил Васильевич, я охотно привру. Или нет, не ври, не ври. У тебя во вранье всегда передел бывает. Беги, а получа вещь, лети. Берегись старика, остальное пойдет как по маслу. Понял? Понял, Михаил Васильевич, понял, лечу. Понял, понял. Ни черта дурак не понял. Он думает, что я красть хочу, что я вор. Нет, брат, мы еще честью дорожим, мы еще в этом кармане ресурсы имеем. Эй, Федор! Федор! Где ты сидишь? Спишь? Да я, сударь, тут. Ну? Двух ног мало. Подставь третью. На вот деньги. Первое, истопить комнаты. Постой, ты с радостью так нажаришь, как в пекле. Так это еще рано. Во-вторых, нынче вечером у меня для 6 персон чай. Будет невеста с ее родными, господин Нелькин и, может быть, еще кто-нибудь, чтобы все было отлично. Десерт прикажите. Чтобы все было отлично. Зажечь карсели, канделябров не зажигать, убрать комнаты, накурить духами. Транспаранты везде. Прием в 7 часов. Ливреи прикажете? Ливреи не нужно. Услуга в черных фрахах, галстуки, жилеты белые. Да. Гардины опустить. Опустить гардины. Слушаю, сударь, слушаю. Теперь мне надо две такие бумажки, чтобы капля в каплю были. Постой, постой. Заемные письма. Великолепно. Чудесно. Все ум. Везде ум. В свете ум. В игре ум. В любви ум. В краже ум. Вот и философия появилась. Видно, и она, Сократова дочь, хорошую-то почву любит. Только как бы расплюев, чего не подпакостил. А теперь, в эту минуту, в эту великую минуту, мы переходим Рубикон. Причаливаем к другому берегу или проваливаем в омут. Вот она, решительная минута. Что, Расплюев? Виктория! 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 Вот она! Ну, где? Хватило. Ну, Расплюев, перейдем, Рубикон. Перейдем. Рубикон. Рубикон. Дурак. Дурак. Не дурак. Вот как обделал, удивительно. Приезжаю, так спрашиваю,
что барин, мол, дома, нет, говорят, дома. А барышня дома? Говорят, дома. Где, говорю? Говорят, у себя. Говорю, доложи, пожалуйста. Сразу видно, гениально. Гениально. Фух, что здесь? Вот. Не сорвется. Ну, расплюев, теперь бежать. Бежать? Я готов бежать. Бери, захватывай все, что можно. Живо, скорей. Федор, давай одеваться. Федор, бери, захватывай, брать, что можно. Живо! Скорее, братец, скорее. Сейчас, Михаил, сейчас, сейчас. Скорее, брат, скорее. Зеркало, подожди. Да, чемоданы, чемоданы давай сюда, чемоданы. Чемоданы сейчас, Михаил Сергеевич. Есть чемоданы. Так. Стой! Нельзя. Если за нами пошлют фельдъегеря, ведь сейчас догонят. Кто, курьер? Курьер сейчас догонит. Нас сапают и по Владимирке. Коли сапают, так по Владимирке. Что же нам с ней делать? Да, Михаил Сергеевич, что с ней делать? Федор! Федор! Федор, подай мне шубу! Федор! Подавай, Михаил Васильевич, мне шубу! Нет, любезный, тебе не шубу, а по всякой справедливости серую сибирку с бубновым тузом на спине. Федор, не выпускать его отсюда никуда. Слушаю, сударь. Стойте! Что это? Михаил Васильевич! Михаил Васильевич! Куда это? Что ты? Поставь, Федор. Оставь тебе, говорят. Что ты? Да что ты? Извольте, сударь, остаться, слышали? Не приказано. Как? Так это стало разбой? Измена! А измена! Михаил Васильевич! Михаил Васильевич! Михаил Васильевич! Михаил Васильевич! Это пусти! Слышь, пусти разбойник! Пусти, говорит! Ох! Режут! Батюшки, режут! Хрёл! Что это на себя-то? Сейчас налетят орлы. Пусти меня, Федорушка. Пусти, родимый. Тебе ведь все равно, что тебе мою грешную душу увидеть. Сейчас хватится. Как старик Муромский вернется, так хватится. Кто скажет, приедет? Иван Антонович, меня вот этих вот на буксир, да в суд, да скомандует по Нижегородской дороге-то. Федорушка, раз тебе радость какая, и добыча будет, если меня в непутном-то месте отстигают. Помилосердствуйте, Иван Антонович, дворянина, что вы? Да какой я дворянин?
пустяки и ложь презренные, пиквы король в дворяне жаловал. Вот и все. Пусть им это. Федор. А Федор? Пусти, брат. Ради Христа Создателя пусти. Ведь у меня гнездо есть, я туда пищу таскаю. Какое гнездо? Обыкновенно. Птенцы. Малые дети. Вот они с голоду и холоду помрут, их как паршивых щенят на улицу выбросят. Детище, кровь наша. Полно вам, Иван Антонович, себя тревожить. Куда барину уйти? Да как куда? Да на все четыре ветра! Да ну такой ли он человек, чтоб ему уходить? Он и здесь цел будет. Поехал, дело какое делать, а не ушел. Ушел? Непременно ушел. Что ему о нас, что ли, думать? Ведь эта вещь, говорят, 40 тысяч стоит. Ведь вот какая вещь. Сам цесарь этой вещью, как понюхал свежий воздух, так меня и позывает. А какой ему расчет бежать еще с краденной вещью? Дураку надо бежать, а не ему. Заложить поехал. Заложить? Да нынче вечером уже отдать ее. Ушел, просто ушел. Уйдем, Федор, и мы. А мне-то что? Я при своем месте. В тюрьме умрешь. А за что? А я знать ничего не знаю. Сапоги чищу, комнаты мету. Знать не знаю, ведать не ведаю. Вот и весь ответ. А впрочем, оно дело темное. Может, и отлучился куда барин. Послушай, кто его знает. Стал бежал. Федор, спросят, смотри. Ты сам, брат, видел, как я ему и отдал. Чего-с? Я говорю, ты видел, как я вот здесь, на этом самом месте, отдал булавку этому разбойнику, твоему барину? Ну, Иван Антонович, позвольте, вы меня в это дело не вводите. Я сапоги чищу, комнаты мету, а ваших делов я не знаю. Иуда! Как не знаешь? Да я 7 минут вот при тебе ему отдал. А почем мне знать, что вы ему отдали? Вы нечто говорили мне? Что вы ему отдали? Хам! Ой, хам! Зарезал. Чертова шайка, вижу, вижу, вы меня под обух? Нет, постой! Постой, пусти! Пусти, безлушник! Зачем пусти меня! Пусти! Нет, брат! Лёша Иван Антонович! Остань! Федор! Ой! Смерть моя! Остань, Федор! Опусти! Ваш! Вертишься! Не приказано, так и сиди тихо! Фу. Третья. И третья. Судьба. Судьба за что гонишь? За что гонишь?
Нет, рожа-то, рожа-то какая. Стол опять в дверях, как стол какой. А время-то идет. Идет время. И сюда, может, идут. А я в западне. Господи, боже мой, как томит сердце. Ноет как. Ой, здесь боль какая-то, духота. Детки мои, головы холодно. Увижу ли вас? Ваня. Ванечка, дружок. Они идут. Сюда идут. Полиция. Полиция в доме. Полиция. Ну, куда тут, а? Ну и очень хорошо сделал. Что, брат, вы, кажется, с Федором-то погрелись, а? Все ты, Иван Антонович, торопишься. В свое время все, братец, будет. Это закон природы. И полиция будет, и Владимирки не менешь. В свое время все будет. А теперь вот возьми да займись покуда делом. Вот. Деньги. Сочти. Ха. Да разложи, братец, на кучи. Отдать надо. Это наша обязанность. Священный долг. А булавку нынче вечером надо возвратить тому, кому принадлежит. Вот как честные люди делают. Эх. То есть просто ничего не вижу. Пестрота какая-то. Деньги. Это деньги. А это? Булавка, точно, булавка. Двести, четыреста, восемьсот, девятьсот. 14. Фу. Вот вам скажу. Был здесь, в Москве, профессор натуральной магии египетских таинств господин Боско. И шляпы вино лил красное и белое. Клирик пистолеты заряжал. Из кулака букеты жертвовал и всей публике. Но этакой теперь штуки закладываю вам мою многогрешную душу, исполнить он не мог. И выходит он, Боско, против Михаила Васильевича, мальчишка и щенок. Ну, довольно, довольно. Считай, считай. Какое масло разливается по сердцу. Ароматы обступаются с инсторона. Жасмины какие-то пахнут. И даже вам такую чепуху парю, что потом самому стыдно будет. Смейтесь, смейтесь. Вам только смеяться в жизни. Вон как вертите всем, вертите. Просто властвуйте. А в мою шкуру-то влезьте. Без вас потерял совсем, поморщился ум, сижу здесь, да волком вою. Послушай, я ведь дожидаюсь. Илья Михайлович, неужели... Это долго будет? Неужели порадоваться-то нельзя? Вот они, голубчики, ласточки родимые, пеструшечки, пучок другой, третий.
малиновый пучок, другой трезит четвертый. Господи, боже мой, чего бы не сделал, чего бы не совершил для этакого благополучия. Ну, чадушка кончил. Эти деньги я отвезу сам, а вот эти развези ты. Да часы мне выручи. Вот записка, кому и сколько надо отдать. Исполнить аккуратнейшим образом. Михаил Васильевич, это деньги от Бека, от Никанора Савича? Да, от Бека. А булавка? Твоя крестница? Это та самая, когда получил я от Лидии Петровны? Ну, разумеется. Ее нынче вечером Лиде Петровне надо возвратить. Разумеется. Черт тут разумеет. Как же это и деньги, и булавка? Гончая ты собака, Расплюев. А чутья у тебя нет. Довольно. Вот, разобрал он. Как представлю себе эту подлую рожу, как сидит он крестопродавец со стеклышками, краулит его, хранит Иуда за семью замками кусок стекла в два гроша меди. Так меня и разбирает, и Богу. А Федор, ведь Михаил Васильевич Наполеон. Дай карандаш. Сейчас запишу. Эврика или Эдрика, как он говорил? Кажется, Эврика. Так и будет Эврика. Первая легавая собака, какая у меня будет, назову Эврика. Эврика! Эврика! Хорошо, ничего. А вот Федор, он кричал, что нашел. А он точно нашел. А вот тот и есть, Иван Антонович. А вот сейчас его взять, да в желтый дом везти. А что делать, давай, спас. А ты знаешь, как он эту вещь обделал, а? Почем мне знать? Я тебе разгадаю. Разгадаю, брат. Только смотри, дело вот какое, секретнейшее. Вот видишь, взял он это дело себе в голову, кинул так и этак, но, говорит, Расплюев, выручай. Прозакладывает или Расплюев свою душу, а достань от муромских солитер. Трудновато, говорю, трудновато. Однако отправился. И как ястреб какой через четверть часа тащу его. Вот он, мол, голубчик. Михаил Васильевич берет солитер-то. И модель берет, по которой уделывали. О, вор. Человек, вор, по прикушке не бросил, она все дело сделала. Взял он их и прямо Беку, к Никанору Савичу, в Киселев переулок, бац! А сколько ты мне, например, говорит, Иуда, дашь денег под это детище? Да, да вот так и шлахнул, и из рук выпустить не может. Михаил Васильевич вырвал
семь, да? Нет, не иду, шесть, по рукам, что ли, по рукам. Тащи, говорит, сургуч и коробку. Побежал опять перепелкой за коробкой. Тащи, говорит, и деньги. Тащи, ты деньги. Вот, говорит, смотри, Михаил Васильевич, вытащил. Да уж не ту, а модель. Модель-то! Иди ты что? Вертит ему в глазах-то. Это Бразилия целая. Галконда. Наполеон. Великий богатырь, маг и волшебник. Точно обделано дело. А как обделано-то, диво. Деньги тут, солитер тут и следа нет. Следа-то нет. И нас не забудет. Не забудет, а, Фёдор? Как ты думаешь, а? Хорошо, как не забудет. А он мне 200 тысяч обещал. Хорошо, когда обещал. Хохлы говорят, обещал пан кожух дать, так и слово его теплое. Что-что? Откуда ты сыскал эту поговорку? Обещал. Разумеется, обещал. Дай стул, Федор. Я подам. Устал. А? Первый раз в жизни устал. Видно, старо стало. Ну, у вас здесь все исправно? Все исправно, Михаил Васильевич. Угу. Угу. По приказанию все хорошо. Исправно, Михаил Васильевич. О, хоть какому жениху не стыдно. Ну, ты все исполнил? Все, Михаил Васильевич, все. Да ниточки, как приказали, вот угодно вам расписки получить. Вестимо. Не на веру же. Федор. Так, да, запри в бюро. Вот часы ваши. И цепочка. Вот извольте видеть, как все уделано. Ладно, устал. В клубе пообедал отлично. Давно такого аппетита не было. Я тоже, Михаил Васильевич, исполнив приказание, завернул. Троицк. Не позабыл? Ну как же, вхожу, сел посреди дивана. Давай, говорю, ухи, Растегаев, говорю, два поросенка в его неприкосновенности. Ну хорошо, хорошо. Так, слушай. Когда приедут гости, ты мне займи разговором старика. Болтай ему там черт знает что, а я останусь с бабами и сверну эту свадьбу в два дня. Да ты смотри, не наври чего. Ты ведь, пожалуй, с дуру-то так брехнешь, что... А чего брехнуть? Зачем брехнуть? Я, кажется, все делаю, сделаю. Ну, хорошо. Исправно ли принарядился? А я, Михаил Васильевич, от Троицкой завернул к французу. Вот, завелся а-ля мужик. Вот, извините, взглянуть, перчатки... Полтора целков отдал. Белый, белый, что есть белый. Совсем не нужно. Понял, Михаил Васильевич, как мне? Без белых перчаток нельзя. А вот теперь вот ваш фрак принарядился, вот, извольте взглянуть. Хорош. Хорош. Федор, живо на ноги. Сейчас гости, чтобы все было чинно, в услугах без суматохи, без карамболи под носами. Конец и дело венец. Да, там в коридоре я видел портрет какого-то екатерининского генерала. Ну да, вот это такая рожа, сейчас принесу. Ну, обтереть и поставить. Это для генеалогии.
какая у вас прекрасная квартира. Да, прекрасная, прекрасная. Какой у него вкус во всем. Во всем. Да, для... очень хороша. Для меня, мадам, она только с этой минуты стала хороша. Как он всегда мило отвечает. И какой, право, милый человек. А вы знаете что, Михаил Васильевич? Я только об одном жалею. О чем это, Анна Антоновна? Что я не молода. Я бы в вас влюбилась. О, Михаил Васильевич, Леночка, ты ревнива. Михаил Васильевич, послушайте. Что такое? Секрет. Скажите, вы меня любите? Люблю. Очень. Очень. Послушайте, Мишель, я хочу, чтобы вы меня ужасно любили. Без меры, без ума, как я вас и люблю. И душой, и сердцем. Нет, я хочу сердцем. Какая она милая бабёночка будет. А чего это вы тут советуетесь? Ну так, дело одно есть. Пари держу о платье. Проиграете, тетенька. А? Так об чем? О том, что под платьем, Анна Антоновна. Как что под платьем? Ну что ж ты, матушка, с ним о билеты говоришь? Да нет, тетенька, не обиди. Ну, что же вы не сядете? Сделайте одолжение. Кресло, Иван Антонович, кресло. А, нет, нет, я вот здесь. Да вот здесь вот хорошо. Нет, прошу вас. В военной службе, извольте служить, или в статской? В статской. В военной. В статской, в статской. Жить, извольте, в Москве или в деревне? В Москве, с Москве. То есть иногда, а то больше в деревне. Ну, слушайте, а в какой губернии имеете поместье ваше? В сибирской. В симбирской. А уезд какой? Какой уезд? Да. Как бишь его того, то есть, а как его? Вот так на языке вертится, господи. Михаил Васильевич, как его уезд от... Какой уезд? Наш уезд. А, Вардатовском. Вот. В Ордатовском? В Симбирской губернии Ордатовского уезда. Да, это Ордатовский уезд в Нижегородской губернии. Как Нижегородской? Нижегородской? Михаил Васильевич, да. Что же это такое? Они говорят, что Ордатовский уезд в Нижегородской губернии. Да нет, их два. Один Ордатов в Нижегородской губернии, а другой в Симбирской. Вот. Да, именно. Точно, один Ордатов в Нижегородской, а другой в Симбирской. Один Ордатов в Нижегородской, а другой в Симбирской. Извините, ваша правда. Скажите, а предводителем у вас кто? А? Это дурак какой-то навязался, что же это будет? Ну, была не была. Бревнов. Как-с? Бревнов-с. Не знаю. Не имею чести знать. Я думаю, что не знает. И что же, хороший человек? Предостойнейший. Мухи и то и зла не сделает. В наше время это редкость. Редкость? Нет, Петр Константинович, решительно вам скажу, таких людей нет. Ну, однако... Уверяю вас, поищите. Вы, как заметно, имели от людей и огорчения в жизни. Имел. Такие, могу сказать, задавались мне огорчения в жизни,
что сынову могу сказать, все бы обручи полетели. А вот невредим, жив и... Бывает. Все в жизни бывает. Скажите, а как у вас земля? Земля? А что? Что земля? Земля ничего. У вас ведь там должен быть чернозем. Ну да, симбирская черноземная губерния. Так, чернозем! Удивительный чернозем. Черный. Черный-черный, вот какой. Слушай, и урожай должно быть отличный. Урожай, я в этом захолустье обобрать хлеб не могу. Право не могу. Да неужели? Не могу, а мне черт с ним, мне его даже не жалко. Да, степные повесики каковы. Да. Скажите, а у молот как у вас бывает? Да он нарочно. Господи, что же это будет? Ну, об умолоте я вам ничего не скажу, потому... Помилуйте, Петр Константинович, ну что вы его спрашиваете? Ведь он по полям только с собаками ездит. Ведь он по хозяйству не в зуб толкнулся. Скажите, Михаил Васильевич, имение ваше в Симбирской губернии. А родственники живут в Могилевской губернии? Симбирское – это у меня материнское имение. Вот моя матушка. А, понимаю. А матушка ваша как была урожденная? Колхапская. Это старинный род. А это портрет моего деда, то есть отца моей матери. О. Да, вот. Вот Иван Антонович знал его по соседству. Так вы их знали, Иван Анатольевич? Как же, еще мальчиком. Добрейший был старик, почтенный, этакой, знаете ли, тучный. Вот как две капли воды, вот он. Он уже умер? Где же, помилуйте, он, да, он давно умер. Ну нет, милостивый государь, попробовали бы вы похозяйничать у нас, в Ярославской губернии. У нас, знаете ли, земля белая, холодная, без агрономии хлеба не дает. Неужели так-таки не дает? Что же это она, а? Вот, не дает. А вот пишут, какие урожаи у англичан, так что ваши степные? У англичан? Откуда вы это слышали? Какая там агрономия? Там все с голоду мрут, вот вам агрономия. Ненавижу, сударь, я эту нацию. Неужели? Ну, вы судите сами, у них каждый человек приучен к боксу. А вы знаете, милостивый государь, что такое бокс? Нет, не знаю. А вот я так знаю, у них нет никакой нравственности. Впрочем, извините их, надо, у них теснота, духота. Земли паршивого брата вот поневоле стали друг другу в зубы подталкивать. Да, но, однако, все изобретения. Чего? Ну, фабрики, машины, пароходы. Да это голод, батюшка, голод. С голоду все сделаешь. Вот неугодливо какой-нибудь есть дурня запереть пустой чулан, да пробрать добрый голодом. Посмотрите, какие штуки будет строить. Петр Константинович, вы посмотрите беспристрастно посмотрите, да. Что у нас коровы
едят. Так они в суп. Я вас уверяю. Владимир Дмитриевич, насила-то честь имею представить. Владимир Дмитриевич Нелькин, наш добрый сосед и друг нашего семейства. Это он Иван Антонович Расплюев. Я уже имел честь. Имел эту честь и я. Что же вы так поздно, Владимир Дмитриевич? Задержало дело одно. Владимир Дмитриевич, 8 часов, какие дела? Петр Константинович, такое дело просто горит. Жжет. Вот какое дело. Владимир Ильич, деловой человек, а деловой человек все равно что ртуть. Да. Послушайте-ка, Владимир Дмитриевич, как Иван-то Антонович англичан режет. Извительная нация. Никакого благородства, никакого. Вы находите? Нахожусь. Как вас зовут? Иван Антонович. Фамилия ваша? Расплюев. Где нет зла, господин Расплюев? Где его нет? Нет, я не этого мнения. Зло надо искоренять. Непременно надо. Так где и какое зло? Вот вопрос. Вот, например, подлость и мошенничество в Сермяге. Гадкие, жалкие, но не опасные. Вот страшно, когда подлость в тонком фраке, в белых перчатках. Чужим добром сытое лезет честный дом. Вот что страшно. Куда наворотишься, фраг, так бы тебя и перервал. Но еще страшнее, Петр Константинович, когда на нашей родной стороне свои бездельники русские своих родных братьев обкрадывают и грабят, как басурманов. Петр Константинович, мне надо вам два слова сказать. Что, батюшка? Что? Где вы? Что? Я спрашиваю, где вы? Как где? Здесь? Ну вот здесь. Где здесь? Фу ты пропасть. Да что, раз ты не знаешь, что мы сейчас у Михаила Васильевича Кричинского, в его дому, ну? Вы в дому воров. О, что ты? Спятил? С ума сошел? Не я с ума сошел, а вы ослепли. Ведь у вас крадут дочь. Вы не видите, а? Ну, послушай, Владимир Ильич, таких слов говорить нельзя. Ведь ты про моего будущего зятя говоришь. Опомнись, братец. Опомнитесь вы, ведь вы стоите на краю пропасти. Осмотритесь. Вашу семью, вашу честную семью, как змея ползет картежник. Разорившийся шулер и вор. Шулер и вор — это не о нас ли? Но позвольте, милостивый государь, какое же вы имеете право? Стало имею. Слушайте меня. Ну, что такое? Я ваш солитер. Какой солитер? Лидочкина булавка? Именно. У нее? Верно вы знаете? Верно. Ее у дочери вашей нет. Ну вот, вот и вышло вранье. Стойте, Петр Константинович, стойте. Я вам говорю, что солитера вашего в доме вашем нет. Он в других руках. А где же он? У ростовщика. В залоге. Помилуйте, пустяки. Я его вчерашнего дня сейчас сам видел. Вчера, не нынче. Ну, послушай, Владимир. А я вам говорю, что солитер ваш заложен Кричинским у ростовщика. Плоховато, плоховато. Пойти шепнуть. А как же он попал к Кричинскому? Да разве вы не знаете, что нынче утром он его взял? Взял? Как взял? Да вот этот! За ним ездил! Как это? Расплюев? Да, Расплюев. Как так? А вот так. Нынче утром приезжаю я к вам, а он уж тут сидит с Анной Антонной. Смотрю, Лидия Петровна выносит ему вещи. Подумаю, тут нет ли штуки?
Он с ней в сани, я за ним. Туда-сюда мотал-мотал по городу-то. Ну и что? Ну, я вам говорю, заложил ее ростовщику Беку. Да, нет, не может быть, тут что-то не то. Да я сейчас от него. От ростовщика? От ростовщика. Хотите, поедемте, он все расскажет. Да что же это такое? Боже мой, да что же это такое? Лида! Лида! Лидочка! Ах, папа, что вы? Пойди сюда. Скажи мне, Лида, твой солитер цел? А? Цел, папа, цел? Ну, папа, можно ли? Зачем мне отрываете от партии? Я играю с Мишель, а мне все поддается. Так весело, чудо. Вы ошибаетесь, Лидия Петровна. Он пропал. Как пропал? Ведь вы его отдали. А, ну так что же? Нынче утром, папа, я отослала его Мишель, он держал о нем пари. Что-что? Ну, он держал о нем пари с князем Бельским, а Каратов там что ли, уж я не знаю. Ложь. Да он у него. Ну, он мне сейчас говорил, что он у него. Ну? Ну, что же, папа, он мне его и отдаст. Ну, не думаю. Что вы говорите? Да как вы, сударь, смеете? Лидия Петровна. Михаил Васильевич, того, мы хотим поговорить семейно одну минуту. Семейно? Ну что ж, извольте, я семья вашей, не чужой. Да, ну конечно, но я просил бы вас... Да что тут, Петр Константинович, на чистоту так на чистоту. Милостивый государь. Мы говорим о солитере. О каком солитере, Петр Константинович? О том солитере, который вы нам обделали в булавку. Вы сегодня его у дочери моей взяли? Взял. Ведь она же говорила вам, что взял. Да, но теперь он у вас или нет? Ах, вот что. Вот оно что. Скажите мне, где я? И с кем я? Какой глупец, какой враль или какой бездельник осмелился? Дальше говорю я вам сорву голову. Нет, это я вам ее сорву. Петр Константинович, солитер Лидии у меня. Понимаете ли, я говорю вам, у меня. Да нет, я никогда не имел в мыслях. А вот пришел он, говорит, что вы нас обманываете, что солитер взят вами, заложен ростовщику, ну, судите сами. Да, теперь я понимаю. Ну, а если он солгал, если он сказал вам подлейшую ложь, что тогда? Тогда я хочу, слышите ли, хочу, чтобы вы по шее выгнали его вон из дому. Даете мне в этом слово? Возьмите же ее. Возьмите. Нет, не мне. Петр Константинович, теперь ваше слово. Что это? Этого не может быть. Я вам говорю, этого не может быть. Петр Константинович, ваше слово, говорю я. Я требую, я хочу. Даю. Вот, сударь мой, что значит вранье. И сомнений нет, она. Боже мой. Где я?
Кто это играет мною? Лидия Петровна, выслушайте. Прочь, ты ее мораешь. Боже мой, что это, боже мой? Да кто вам такой вздор сказал? Где вы его слышали? Позвольте, теперь уж расспросам не место, разговоры кончены. Здесь дело, сударь, а не рассказы. Ваша ли эта вещь? Моя. Вон. Ну что же вам здесь делать? Ступайте вон. Милостивый государь, я к вашим услугам. Сию минуту! И на смерть! Нет! Ну, какое? Нет, никогда я не хочу! Погодите! Только твоя сатисфакция! В чем? В чем? Я вас спрашиваю. Вы хотите драться? Я же дам вам в руки пистолет, и в меня же будете целить. Впрочем, с одним условием извольте. Что на всякий ваш выстрел я плюну вам в глаза. Вот мои кондиции. Коли хотите, хоть завтра. А нынче... Эй, кто тут? Эй, кто тут? Вот так-то лучше. Возьмите его за ворот и вышвырните за ворота. Боже мой. Сонно-то. Жив я? Правда, правда. Где ж твоя сила? Из чего? Правды захотел. Поищи, милый, правду, поищи. Ты еще молод, поищи. Ну? Вы довольны, Петр Константинович? Совершенно, совершенно доволен. Помилуйте, просто с ума сошел. Ну и я доволен. Теперь и мы можем кончить. Как кончить? Как кончают. У нас с вами вышла пасквильная история. Я вами же скомпрометирован. С этим пятном, какой же я муж вашей дочери. Петр Константинович, я должен возвратить вам ваше слово, а вам, Лидия, ваше сердце. Возьмите его, будьте счастливы и забудьте меня. Что вы хотите сказать? Мишель, что вы такое говорите, я вас не понимаю. Сердце назад не отдается. Мое сердце ваше. Папенька, ну что же вы молчите? Папенька, виноваты мы. Да, да, да. Папенька, ради Бога, мы виноваты. Да я, да помилуйте, Михаил Васильевич, да что вы, я никогда, да он просто полоумный, разве можно обращать внимание на его слова? А вы-то сами как поступаете? Если меня мог оскорбить этот сплетник, вы-то сами, насколько меня оскорбили, к вам завтра придут сказать, что я картежник, что я шулер, и вы все это будете слушать. Да что, Михаил? Спрашивайте. Я или верю человеку, или не верю. Середины тут нет. Не солитеры мне ваши нужны, не деньги. Деньгами вашими я выхлестну глаза всякому. Мишель! Если вы меня хоть сколько-нибудь любите, Михаил Васильевич, прошу вас, простите меня. Простите меня, прошу вас. Он бросился теперь к Беку. Вы молчите. Вы оскорблены, я знаю. В вашем сердце нет ни прощения, ни жалости. Чего хотите вы? Мы на все готовы. Ах, Лидия, Лидия, какое у вас сердце. Какое доброе сердце. Стою ли я его? Мишель, не грешно ли вам? Ну, Петр Константинович,
Давайте руку. Свадьбу сделаем завтра, чтобы всем сплетням положить конец. И сейчас встретимся. И сейчас встретимся. Я на все согласен. У меня в голове вот, мне ведь только канавить у меня. Однако уже 10 часов, вам пора домой, Петр Константинович. Лидия, вы расстроены? Нет, ничего. Скажите, вы все забыли? Скажите да. Да, 100 раз да, все забыл. Помню только одно. Вы принадлежите мне. Вы моя. Да, ваша, Мишель, ваша. Только скажите мне еще раз, что вы меня любите. Что вы не верите? Да нет, это не от того. Я хочу еще раз слышать это слово. В нем что-то особенное, я не знаю. Страх и боль как. Боль от чего это? Да нет, не бойтесь. Эту боль я не отдам ни за какие радости. Ну, скажите же, любите? Люблю. Вот вы знаете, Мишель, у меня сейчас сердце совсем замерло, не бьется. Скажите, это любовь? Нет, это ее половина. Лена, какой вы обманщик, когда я уже за нее сейчас готов все отдать. Да, все, все, весь мир. Петр Константинович, вам пора домой. Ну что ж, мы хоть сейчас. Хорошо. Я провожу вас. Едемся. Ты смотри, оставайся здесь, да коли этот Нелькин толкнется, ты его прими, да хоть бревном навали. А покуда я вернусь, не выпускай. Будьте покойны, я этого перепела накрою. Михаил Васильевич, вы едемте, мы едемте. Едемте. Эй, кто тут, люди? Никого не принимать, слышите? Вот оно. Что такое? Кто там? Михаил Васильевич, господин Нелькин, с ним еще кто-то. Кричит, что подперли дверь. Так он что, хочет, чтобы я убил его на месте? Мишель! 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 Успокойтесь. Расплюев! Расплюев! Поди! Выгони его по шее. Всю минуту. Михаил Васильевич, он там, пожалуй, сам пятый. Их там, пожалуй, 5 человек. Пошел. Умри, когда приказываю. Ну, умри, умри, Михаил Васильевич, помилуйте. Разве это легкое дело умирать? Давай. Ну. Без меня это не обойдется. Нет, что? Мишель! Михаил Васильевич! Богу, успокойся! Я убью его, как собаку! Михаил Васильевич! Частный пристав приказывает нам отпереть дверь. Стой! Не отпирать! Первый, кто с места, я разнесу ему голову. Полиция. Сорвалось. Отоприте. Вот он, разбойник. Ах, разбойник, стекло заложил. Под стекло деньги взял, разбойник. Вот он, берите его. Берите, берите же! Стой, стой, разбойник, разбойник. Никанор Савич, успокойте себя. Сделайте одолжение, успокойте себя.
Позвольте узнать ваше имя и фамилию. Михайло Васильевич Кричинский. Ваше имя и фамилия? У меня нет фамилии. Я так, без фамилии. Я у вас спрашиваю ваше имя и фамилию. Помилуйте, когда я без фамилии? Его зовут Иван Антонов Расплюев. Стой, стой, держи! Если уйдет, уйдет! Никанор Савич, я прошу вас, успокойтесь. Это же зверь! Он зверь. Зверь уйдет. Уйдет, держи. Моих 6000 за стекло выдано. За фальшивую булавку. Это подлог. В тюрьму. В тюрьму его. Милостивый государь, оставьте его. Вот булавка, которая должна была быть в залоге. Возьмите ее. Это была ошибка. Лидочка, что ты? Лидочка. А? Что с тобой? Анна. Анна. Господи. Девушка-то. Доброта-то небесная. Ангельская опять женщина. Петр Константинович, батюшка, что же нам-то теперь делать? Бежать, матушка, бежать. От срама бегут. Thank you.